Так, доброе утречко! Чё, всё уже? Василич, а чё, всё, похоронили уже, что ли? А, нет, живой, ё-моё, живой. Я уже напугался, на самом деле, думал, всё, Василич. Подожди, а где телек? А, точно, если домой его кидал. Так, ключики собираем, семечки есть. Василич, что, может быть, отскочим, побормочем, семечки пощёлкаем. Василич, где у тебя все лайки? Лайки, не вижу лайк. Так, ну да ладно, так. А куда я иду, зачем я иду, я не помню нифига. Вот такие вот дела. Так, я сюда заходил. Там я не... Василич. Так, здесь я. Да подожди, это вообще тут все, что ли? Реально все, только ружье. Так, ружье, чтобы не забыть. Что? Тиктокер Василич. Василич! Молодо сильнее! Василич! Блин, а как мне тебя взять? Все, Василич, давай прощаться. Мне некогда с тобой общаться, лететь, а тут помирать скоро и так далее. Блин. Не отошли. Так, ружьишко, мне где-нибудь пригодится, интересно. Может пригодится, а может быть и нет. Хотелось бы мне знать ответ. Вот так, значит, да, у нас здесь все идет. Так, сюда тоже ничего не подходит. Нафиг я с этим ружьем таскаюсь. Блин, ну что, реально все тумбочки закрыл, пока меня здесь не было. Три обои какие-то мыльные у него. Так, ну пойдем дальше. Так, куда я шел вообще? Зачем я шел? Для того, чтобы что я шел? Так, торты собирает. Торты. Где-то я открыл решетку. Да. Вот здесь, ниже. Ага. А как мне сюда попасть? Интересно. Интересненько. Так, я надеюсь... Ага. Так, смотри. Вот это сюда. Так, значит, мне внизу надо искать. Так, а может быть... Ага! Ага. Так. Открыли. Кстати, этот граммофон. Так, ну это мы нету. А, вот, во-во. Отлично. Отлично от обычного. Так, вот золотой ключ у нас есть. И пошли дальше. Прям как орешки. Все щелкаем. Как только это говорю, то сразу все, ничего уже больше найти не могу. И меня все задалбывает. Телек. Так, ну здесь, видимо, ради этой штуки. Видимо, она мне где-то пригодится. Надо ее куда-нибудь на видное место поставить. Му? Или мяу? Ага. Ну, видишь, хоть кабель есть. Спасибо. Спасибо, что есть кабель. Вот это открылось. Да. Так, ладно, пусть посреди комнаты стоит. Что-то куда-то все иду. А ключи что-то вот вообще не кончаются. Вообще не кончаются, не заканчиваются ключи. Мне бы ключи куда-то деть. А, я все иду. А подожди, может быть, к той двери подойдет? А что я туда-сюда хожу? А мне, ну, да, даже если один ключ найду, то есть нормально все будет. Будет куда положить, так сказать. Ага. Ну, я так понимаю, там вот что-то есть у нас. Там вот что-то есть у нас. Вон оно как. Подожди, а зачем тогда вот эта вся фигня? А, для того, чтобы что она сделана? То есть зачем-то же вот этот весь подъем есть, чтобы я сюда поднялся? Здесь может быть ключ какой-то есть, либо... Или это просто какой-то отвлекалово? А зачем? Для того, чтобы что? Ну, типа, отдельный путь, в смысле. Вот, пожалуйста, говорит, наверх поднимайся. Это, наверное, сделано для того, чтобы я вот сюда мог залететь. Значит, мне нужен зонт. Сектор зонт на барабане. Так, ладно, пойдем искать зонт тогда.
Так, понятно, понятно, понятно. Я понял мысль, я понял всю логику. Я вообще превзошел всю эту вселенную уже. На 1285 раз. Так, пойдем. Так, сюда мы зашли отсюда. Здесь теперь дальше пропрыгаем. Может быть, у меня один из ключей вот как раз в той двери и подойдет. А то я туда не дошел. Зачем я так прыгаю, если я мог просто нормально дойти, блин? Ну, потому что. Потому что. Зачем я с ружьем гоняю? Ну, чтобы было, видимо, у меня ружье. Вот для этого я с ним и гоняю. Так, давай, давай, давай. Погнали, погнали, погнали. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Опа, 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 на, та-та-та-та-та-та. Вот такие вот дела, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, моя попытка номер два. Я не буду сейчас так прыгать. Я не буду так себя вести плохо. По-любому ключ у меня есть. Да? Да. Я прям даже сразу достал нужный ключ. То есть я настолько уже преисполнился во всем этом. О, здорово, Гоша, ты что там делаешь-то? Ё-моё, Гоша. Кошань, иди, иди погуляй, там дети тебя ждут. Все ждут тебя. Василий скоро тебя там в гробу будет ждать. Так, давай, поехал. Давай, мы поехали, мы помчались. Блин, здесь еще эти надо будет крутить. Да вы что, угораете, что ли? Угу. Так, ну давай, давай-ка за ним прогуляемся, посмотрим. Посмотрим, что у нас и куда он открывает. А то у нас здесь 1001 дом. О, видишь, остановочка даже. Ваша остановочка, сэр. Специально для таких тупых, как я, здесь даже указали, что нужно, нужно в окно выйти. Подожди, ну по логике здесь должен быть где-то ключ быть. Разве нет? Я не вижу ключ. А куда? А зачем? Я что-то реально не бибикаю. Бип-бип! Бип! Это что за фигня торчит? Мне кажется, это просто какая-то палка торчит. Ну да. Что-то я пропустил. Или это просто отвлекающий маневр? Не, ну здесь типа никуда не запрыгнуть, никуда не дойти. Почему бы мне вниз по эскалатору не сойти? Во! Во! Ага. Ё-моё. А как мне подниматься? Подожди, что за прикол? Типа я подняться по ним не могу. Офигенная лестница, офигенная. Просто самая лучшая лестница. Фига себе, сколько у Васильича здесь золотых яблок. Вот это, Василич, золотые книги, золотые яблоки, знания. Здесь есть все. Все, что нужно. Все, что нужно, у нас есть. Потому что это жесть. Вот такие вот дела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, так, так. И что, у меня один выход? В окно это вообще не выход никогда. Всегда есть дополнительный выход. А чё, чё, чё? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Василич. Так, все, ладно, давай, 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 давай. Побежали, побежали, побежали. Мы куда-то прибежали, прибежали. Так, мне нужен граммофон, и я его там где-то сверху как раз... Да, Василич, пропылесось, самое время пропылесось. Когда гости уже ушли, уже пора начинать пылесось. Но тебе на всякий случай периодически надо, у тебя песочек ведь постоянно с тебя сыпется, как говорится. Так что нужно убирать за собой его. Так, вы что тут расслабились, лежите? Что, думаешь, медведь лежит тебе, что ли, может? Нет, нельзя. Так, давай, вот это берем теперь. А, вот это берем. Так, отлично, а мне всего один ключ.
Почему я радуюсь тому, что у меня всего один ключ остался? Такой ништяк, у меня есть места, смс. Наконец-то у меня всего один ключ. Красный, ключ прекрасный. Так, сейчас пойдем вниз. Так, куда мне, наверх же? А, я здесь еще ж не ходил. Здесь сейчас по-любому, смотрю, что-нибудь найду. Только я залезть сюда не могу. Что за издержки конструкции? Че, угораете, что ли, надо мной или где? О, я думал, вот, как раз и зонт есть, и ключ есть. Блин, тогда ружье здесь оставлю. Так, зонт есть, ключ есть. Это все замечательно. Ружье, может быть, мне вообще нафиг не пригодится. Так, и что, и куда мне теперь идти? Я могу долететь до того домика, у дурдомика, чтобы понять, что там вообще происходит и что творится. Что творится, посмотри, какая птица. Чик. Вот это по-любому, прям 100 пудов для того, чтобы сюда забраться. Смотри, может, прям в окно, или нельзя. Так, и вот, наверное, красненький. Вот он, красненький. Прекрасненький. А, это не тот красненький. Ну что ж, на этом мои полномочия, как говорится, все. Так, ну ладно, пойдем туда тогда. Если меня там сейчас этот не собьет. Не собьет же? Нет. Я бы еще помедленнее бы поворачивался такой, а вдруг сзади едет поезд? Нет, не едет. Так, ну ладно. Все, пойдем сюда. Ух. Ух. Повинуйтесь своему господину! Так, и как же мне открыть, интересно, эту шнягу? Я так понимаю, эту шнягу должна открывать, наверное, какая-то одна из картин. Музыка какая приятная, кстати. Ага! Фиш прям вообще, все прям. И зачем? А, ну это так, чисто по приколу, чтобы я так потом мог выйти, чтобы я не мучился. Так, а куда мне этот черный ключ здесь? Черный ключ. Только свистни, он появится. Тиктокер Василич. А подожди, может быть, вот у меня ключ как раз от этого? Василич, иди ко мне! Я выиграю тебя в честном бою! Может быть, это отсюда как раз? Ага! Так, идем дальше. Деревянный ключ. Так, отлично. Я просто хожу, одни ключи меняю на другие. Ну такой вот, меняла. Ништяк, теперь назад не могу выйти. У меня дверь сломалась. Как, в принципе, и вся моя жизнь. А, может, Васильич туда ведро поставил? Васильич, а как ты сюда ведро поставил, я стесняюсь у тебя спросить? Как ты это сделал? То есть вот такой вот Васильич у нас. Вил, да, вил. Здорово, Васильич! Пошел вон отсюда! Да смотри-ка, прям идем, прям, чук, открываем. Ага, я туда боюсь ключами подходить, если что, сразу говорю. Так, а тут эта фигня сразу рядом есть, это хорошо. А что туда закинуть? Надо только найти, что можно вообще закинуть. Тебя же зонт туда не кину. Вот, отлично. Фонарь лежит. Лучше будильник. Будильник, чтоб звенел. А то Васильич мне периодически догоняет. Так. И фонарь притянет тоже, нет? Я не помню. Ладно, хорошо, я вас понял, я вас услышал, так сказать. Вот это я не уверен, что пролезет. Ну, я попытаюсь, постараюсь. Зонт-то мне верни. Вася. Теперь зонта не существует. Замечательно.
Замечательно! Что я могу сказать? Не, ну надо же так-то было, а, косичнуть. Мне, тут как бы претензия не ко мне, не к создателю дома. А подожди, а зонт у меня в руках? Ха-ха-ха, ты смотри, а? Зонт-то у меня в руках на самом деле. Вот так вот я с ним гоняю. Подожди, то есть я его могу вот так выложить взять? Да, фига себе, технологии. Технологии будущего, так сказать. Так, все, давай все убираем. Ключик забираем. Забираем здесь ключи. Ты, Василич, не свищи. Вообще звука даже нету. Что пытается, не пытается открыться, я не знаю. Так. Так. Так, ну вот этот, по-моему, красный. Вот один из них туда как раз подойдет. Так что давай-ка я туда прогуляюсь, схожу. Меня, кстати, интересует вопрос... А какой переключатель открывает вообще дверь в подвал? Решетку именно саму. Вот эту еще штуку надо открыть. А я вообще этих больше не видел, кто дурачков здесь. Все, бежим. Мчимся куда-то, мчимся. Мэри Поппинс снова в деле. Так. Ага, отлично. Здорово. Так, еще один. Так, тебя надо будет отнести. Это понятно. А, даже настолько, да, все просто. Так, и тут черный ключ. Так, подожди. Так, ты давай это. Мы тебя отнесем потом. Джонни, давай! Удачи, Кэп! Нифига себе. Детей, наверное, у нее точно не будет. Хотя это манекен, откуда у нее дети. Так, черный ключ теперь у меня есть. Так, у меня есть черный ключ. Чем же можно мне помочь? Буду бегать я опять. А это что такое? Это что? Это какая-то шутка, что ли, или что? А как... Подожди, я и сюда так и должен был, типа, попадать? Или что? Или где? Или почему? Мне бы от ключей избавиться. Вот здесь замок открыли, да? И что у нас тут? А, тут у нас этот. А, все у нас это приехало, да, значит? Просто приехало, и все, и... На стоянку встала. Понятно все. Понятно. Не беспокоим, так сказать. Так, итого, у меня есть много ключей. Надо было все-таки наверх подняться, там что-нибудь посмотреть. Вот эту штуку надо будет, наверное, зачем-то активировать. Не знаю, зачем. То есть, отсюда наверх я могу попасть только вот оттуда сверху, да? То есть, получается, в принципе, я уже все сделал. Я ведь правильно понимаю? Или нет? Такой вот вопрос у меня в обед. Так. Ага. Так, туда надо будет на... Так. Ребят, можно я сделаю, просто чтобы я сейчас не делал слишком много лишних телодвижений? Можно я просто сейчас посмотрю, где находится...
в этот переключатель от ворот, потому что если буду лазить сейчас наверх, находить ключи, мне их тупо ставить некуда. Я так понимаю, их можно, наверное, к основным воротинам куда-то применить. Я сейчас просто зачекаю, где это, чтобы 100-500 времени не тратить. Ага, а это от Steam-генератора у нас идет. Понятно. Понятно все, понятно, понятно, понятно. Ладно, я, по крайней мере, глянул в смысле это. Короче, я, по сути, ничего себе не зачетерил сейчас. Там идет от Steam-генератора. Я вообще забыл про ту комнату. Я сейчас, по крайней мере, хоть от одного ключа избавлюсь. Так, все, давай, 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 пошли. Да что за второй голос у меня в голове иногда разговаривает? Ничего не понимаю. Короче, ничего такого я не увидел. Просто вот, хотя бы я вот так сделал. А дальше я все равно ничего не знаю. Так, все, давай. А где у меня еще в эти двери-то? Я понять не могу. Ну, куда мне эти ключи-то девать? Подожди, вот сюда какой-то, какой ключ? Мне сюда есть что-то? Нет. А я что-то не понял. Вот смотри, у меня дверь здесь. Но один, может быть, ключ какой-то к основной двери подходит. А так-то я все открыл. Почти, почти, почти все открыл. Может, я что-то где-то протупил? Что-то где-то не увидел? Вполне, вполне возможно. Так, ладно, я сейчас тогда туда наверх залезу. Там, если есть какой-то ключ, я дальше куда-то пройду. У меня хоть есть сейчас лот один свободный. Почему у меня карманов вообще так мало? Вот это действительно вопрос. Вот это вопросик. Сказал Леха Альбиносик. Так, и то есть получается. И ведь верно понимаю, что единственный путь, чтобы вот туда забраться, это оттуда снизу. То есть других путей нету. А так у меня вообще все открыто. То есть это мне надо просто упасть вот туда. И здесь по так, вот здесь один этот будет. Ага, я понял. Есть еще такая фишка, что возможно вот там в шкафу есть что-то. Но я надеюсь, что нет. Может быть, еще перепроверим. Сейчас наверх заберемся, там по-любому какой-то ключ, который мне откроет что-то дальше. И там, может быть, я еще один ключ применю. Здесь же этот. А здесь молоток вообще. Ага. Ага, вот так вот, да? Значит, вот так вот, да, у нас все тут? Молоточек. Да мне ваш молоток нафиг не нужен. Так, ладно, там третьего отнесу. Так, этот, так, где ты? Так, ну молоток мне, скорее всего, пригодится. Так, ну здесь я надеюсь, что нету. Потому что если здесь есть, это вообще зашкварик какой-то. По-моему, нет. Так, ладно, давай молоток тогда унесем сюда. Так, молоток же мне к двери же к этой понадобится, да, в подвал? Да. Да? Дружи. Да, точно. Зашел убедиться. Ну да, я их видел, думаю, мало ли. Так, ладно, давай этого тогда отнесем. Так. Вилли. Так, надо еще четвертого такого найти. И там, наверное, ключ, может быть, выпадет. Фиг его знает. Сейчас пойдем разберемся. Так, все остальное. Почти все открыто. Два ключа непонятных. И один ключ где-то, возможно, затарен. Без понятия, где. Меня больше всего бесит, когда вот этот вот ближе к концу идет, и ты не знаешь, где и что находится. Ну, в плане, что большая слишком локация, и получается ключ может находиться абсолютно хоть где. Я думаю, что там все-таки будет ключ. Но мне надо найти. А где я не был-то? Я же везде был уже. Здесь нет никаких этих. Здесь вы все забрал. Ну, в том домике, наверное, тоже все эти. Там не может ничего лежать. Вот тут где-нибудь. Вот, там, смотри, там... А-а-а! Понял. Этот... Все, понял. И этот генератор от холодильника по-любому. В
холодильнике же у меня еще ключ был. Во! По-любому. Сейчас узнаем мою догадку. Тает, тает. Так, а этот ключ по цвету похож на этот. А, блин. Где наверх-то поднимаешься, где вот этот. Фигня-то присасывает металлическое все к себе. Вот, по-моему, вот этот оттуда ключ. Ну, судя по внешнему виду. Он, по крайней мере, похож. Так, ну вообще все шикарненько складывается, я вам скажу. Я бы сказал, это замечательно. Кстати, я же могу просто сидеть, он же меня не видит. Просто заходит такой на кухню. А где Леха? А нет Лехи. А жрать кому готовил? Вон, нет, я текстуру не вижу. Плохо вижу. Из-за льда. Ну, такая вот фигня. Такая вот фигня. Ла-л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 а. Да, это он. Оно. Это точно оно. Там что-то найдем. Что-то... Так, и вот у меня осталось. И все. Василич, ты надоел. Давай до свидания. Давай до свидания, Василич. Так, вот сюда. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли. Ты. Феноменальная память, Алексей. А вот... Так, ну это ладно, это мне и не надо. А вот это как раз ключ от туалета. А где вентили тогда взять? Мне вентиль где-то взять надо. Ну, может быть, он в туалете, конечно, будет. Вполне вероятно. Почему бы и нет? Пойдем-ка сгоняем, посмотрим. Может быть, он там находится? Я знаю, что там точно стим-генератор находится. Больше я ничего не знаю, что там находится. Так. Побежали, побежали, побежали. Прибежали, прибежали, прибежали. Так, а где у меня эти-то штуки были? А, этот есть. А вентиль? А где вентиль-то взять? Вот он. Все, ништяк. Так, первый. А подожди. У меня аж, знаешь, где еще не открыто? Может быть, у меня ключ как раз оттуда. Василич, Василич, можно пройду, пожалуйста? А, Василич, Василич, дайте дорогу молодым. Нифига себе, он меня толкает. Василич, Василич. Василич, лови меня, лови. Точно, я забыл, еще одна дверь есть. Тын-тын-тын. Тын-тын-тын. А, у него там окно. Вот здесь дверь же слева. А, вон как. А я думал, что сова. Угу. Вот так вот. Вот так вот у нас как-то. Так, ну ладно, пойдем с вентилем гулять. А что толку мне с вентилем гулять? Потому что я же видел через окно, что в этой кондейке находится как раз вот воду, чтобы переключать. На, ну, в смысле, на горячую. Она на этой колонне стоит. Я даже не знаю, сколько мне этих надо запустить. Значит, мне надо где-то этот ключ найти. А где я его найду? Я его не найду. Прям в натуре, я когда вот смотрю, вот то, что вот это вот осталось все. Вот это, вот с той фигней непонятно. Там все-таки, может быть, еще поискать. Может быть, я там все-таки что-то просто не пошарил. Тут остались такие самые, как бы, беспонтовые вещи. Больше всего, вот что вот ненавижу, на самом конце, причем только что говорил в этом же самом месте об этом. А, вот эти у меня же еще. Где-то четвертого надо взять. А где нам его взять? Где нам его найти? Там, может быть, и ключ как раз будет, который мне нужен для чего-то. Например, от той фигни ключ как раз. Блин, а что, он нигде мне не попадался?
Одного я сверху скидывал как раз. Самого верха. Так, здесь на чердаке нету? Да нет, нету. Так, а эти где были, еще мне попадались? С трубами. Один помню, да, там вот сбоку были трубы одни. Так, давай я вот несу. Ой-ой-ой-ой, аккуратнее, аккуратнее надо быть. Так. Может, что-то где-то здесь пропустил. Так, вот. Еще одна. А одна вон там выше. Ага, выход никуда, понятно. Понятно. Надо мне еще одного этого найти. Где его найти-то? А где его взять? Где-то, может быть, пропустил. Ну, по-любому где-то, может быть, пропустил его. Странный вопрос. Ну, конечно, я где-то... Смотри! А это что за дом? В этом натуре это что за дом? Подожди-ка. Подожди-ка. Что это за домик такой у нас? Так, ладно. Так, мне надо. Что мне надо? Мне надо вернуться назад сейчас. Вот что мне надо. Пойдем. Так, давай сначала я туда долечу. Там, до того места. Потом до дома. Вот эту штуку там оставлю, проверну. Вот здесь. Пока рядом. Да блин, ты надоел. Так, а в этом домике мелко не может быть? Ладно, давай я туда долечу все-таки. Что это за дом тут у меня сверху? Может, там реально что-то есть? Ну, дверь-то она настоящая в нем. За окном, правда, непонятно, есть что-то или нет. Нет, ничего нет. Ничего нет. Ничего нету! Так, мне кажется, я задолбаюсь так искать. Либо ключ, либо дамми где-то находится у нас. Где? Где я его пропустил? Так, вот этот сверху я его скидывал уже. Скидывал, да. Вот этот. Вот этот со шкафа доставал. А подожди, я что-то не понял. Вот этого тоже доставал. Так, а все? Они у меня все там. Здесь больше нет их. Может, я их, наверное, походу это расставил. Фигово, здесь просто есть только этот. Стол. Что еще с дами связано, и все. Кэшбокс. Так, значит, я, наверное, просто не расставил. А почему тогда 4 торта, а их 3? Он единственное мне что еще показывает с надписью «Дами», это только вот этот стол, и все. То есть у меня они все собраны. То есть, и в смысле, если их 3 надо будет, но их нету больше на карте. Их 3 всего. Как бы так, на секундочку, ребят. Давай их просто, может, рядом составим. Где они там у нас? Я уж не помню. И чё? Thank you.
В смысле? А чё, зачем? Я чё-то не понимаю. Их всего три. А чё у нас здесь? У нас здесь ничего такого и нету. Как бы так, на секундочку. Может быть это и не надо? Может быть это ни на что и не влияет? Значит, я пропустил, остается только вот этот ключ на втором этаже, который мне впадло искать. Нет, ну серьезно, прикиньте, я сейчас буду по дому бегать, я реально его буду искать просто тысячелетия. Так, давайте я глянем. Фабрик как-то один. По-любому там, где окошко, наверное, вот это будет, в смысле, там где-нибудь в цветочках. Как бы я не говорю, что он где-то затарен, в смысле, просто я его не найду. Ну, причем вообще на видном месте лежит. Я причем прям недавно, я прям на него смотрел. И вы, наверное, многие из вас его увидели. На самом деле. Прикиньте, прикинь, да, что? Прикинь, что? Вот так вот. Короче, это вообще нафиг ничего не надо, получается. Так, где? Куда? Я забыл. Так, мне вот сюда. Вот сюда. Yes. Натуре. А нафиг я их собирал тогда? Если их три всего. Что за обманочки? Причем я на натуре просто стоял, на ключ смотрел. Наверное, там куча народу писал. Лёх, ты чё? Вот он, ключ лежит. Я такой. О, прикольно, в смысле. Ключ перед глазами, в смысле. Слепой шары. Так, ладно. Ладно, все понятно. Понятно, все ясно. Ясно все со мной. Надо пойти к окулисту сходить. Вот. Вот. Так. Я надеюсь, что я все эти открыл. И надеюсь, что сейчас сим-генератор заработает. Отлично, в натуре все. Так. Ну все, у нас осталось только молоточек и все. Все, ребят. Прошли мод. А что меня так корежит-то? Что-то как будто перед глазами что-то. Сейчас, подождите, я сейчас сразу на картиночку залечу. Перед тем, как мы в подвал будем заходить. Все, прошли. Не, нормально, хороший мод, только я не понял вот этого... Приколюхи с этим. А, с четвертым. Ну, вы поняли. Манекеном. Зачем он, для чего? И мне почему-то вспоминается какой-то мод. Может быть, не в этот мод. Где-то кто-то в комменте писал такой, типа, блин, да, ништяк в моде, но нет четвертого манекена. Ну, это, по-моему, не к этому моду писали как-то. Вот, как-то так, ребят. Как-то так. Так, а что я время-то не глянул? Во сколько лет? Делаю. На 38-й минуте. На 38-й минуте это делаю. Мод еще у нас называется, я вам не скажу как. Neighbor Secrets Reburn Fix. Кстати, я несколько модов уже у этого автора проходил. King Emission 814. Блин, я же с этого... А что у него, какие моды есть? Да и мне без разницы на этот пароль. Что ты? Я тут сбросил по ошибке. Hello House Dark. 11 Floors Up. Это от этого автора. Neighbor Mess. Hello House Dark. Да, я проходил, да, действительно. Моды этого автора. Так, подожди. А, ну я же прохожу Neighbor Secrets Reburn Fix. А я еще Neighbor Secrets Reburn просто не проходил или что? Это же тот же самый мод. Но почему-то я его не проходил. Не знаю почему. Сам с собой общаюсь, как обычно. Так, ладно, давайте. Подвальчик сейчас откроем. Там у нас, мне кажется, просто будет картиночка, наверное, и все. Как-то так. Как-то так все у нас. Давай, погончили. Вот за два захода. А я карточку не нашел еще. Ну, ё-моё.
который мне тоже впадло искать. Не, ну мне реально просто впадло вот в больших модах что-то под конец искать последние вещи. Это прям, это в смысле, я не знаю. О, да ты чё, в смысле? О, ты чё, дружище? Я бы её, ребят, бы в смысле это... Я бы сейчас бы её год бы искал. Я сейчас вам покажу, где она находится. Вы офигеете сами. Я бы ее вообще бы не нашел. Так, это вот, допустим, здесь я взялся, да? Здесь я вот иду, к примеру. Вот, допустим, вот я бегаю. Вы заметили здесь карточку? Видели где-то карточку? Она попадалась прям очень-очень мельком в глаза, она попадалась. Видели ли вы ее? Вопрос в этом. Или не видели? Ну, как бы вот это жестко. Это жестко. Ну, сколько бы я ее искал? Действительно, чтобы залезть и сюда за стол посмотреть. То есть, какова вероятность была бы, чтобы за столом здесь может быть карточка? Вот как раз пиксель хантинг небольшой. Ну это жестко прям. Здесь без комментариев. Так, а я вообще все эти снял, нет? Ё-моё. Так, я прыгну. А, я не раздулся даже. Василич, ты надоел мне, дай зайду, дела надо сделать. Надо его это, отправить, опять сейчас он побежит. Я не понимаю, почему он бегает, кстати, через лево. Ты все равно налево сейчас. Дурачок, что ли? Тебе надо в другую сторону бежать. Василич, какой ты тупой, а? Отстань ты от меня, Василич. А, там же еще подземелье есть, точно. Что-то я это прям уже настолько преисполнился в своих желаниях, что я даже забыл, увидел, что там есть подземелье. Уже только все, расслабился, мод прошли. А там же точно есть локация бейзинг. Я не знаю, она большая или маленькая. Давайте посмотрим. Может, там просто какой-то финал сейчас сразу же будет или нет. Я без понятия. Я надеюсь. Я надеюсь! А, ну все, да. Да, все, ништяк. Все, финал специально, да, знаете, что взял, чтобы спуститься в подземелье, чтобы картиночка, чтобы ничто не отвлекало. Я надеялся, что вам понравился этот мод. Нормальный, нормальный мод, хороший, в смысле. Один момент только с пиксель-хантингом. Все, вообще у меня никаких претензий к нему нету. Только вот карточка и все, в смысле. Вот. Зонтом, конечно, интересная ситуация произошла. Странная, я бы сказал, ситуация с зонтом. Ой, все. Что-то 3 дня поработал, все, что-то. Теперь больше не хочу работать. Пойду, не знаю, в киберпакт поиграть. Вот. Вам на заранее тут ролики снимают. За 3 дня наснимал целый вагон. Какой вагон-то, в смысле? 8 роликов за 3 дня. Что-то или 9. 8, наверное, все-таки, да. Наверное, что-то около того. Вот. И все. Пока что-то не выспался сегодня. Отдохну. Надеюсь, у вас там все хорошо проходит. Все ваши делишки. Смотрите ролики. Не забываем смотреть, ребят, другие игры на канале. Шоу Хриплых глядим. Не пропускаем. Пока у нас есть возможность, мы вам в Шоу Хриплых пилим. А то потом акционная работа и все. Не сможем вам пилить. Так что не пропускаем. Не знаю, будет ли вообще что-то «Привет, сосед 2». Я там говорил в одном из выпусков Шоу Хриплых. Потому что я до этого думал, что они к Новому году запилят, скорее всего, что-то на «Привет, сосед 2», но с учетом, что у нас идет уже конец ноября, а может быть, хоп, когда это смотрится, там уже хоп, какой-то ролик уже. Нет, ну просто с учетом, что они там сейчас рекламят еще свою мобильную версию на 6 декабря, что выходит. Поэтому я что-то сомневаюсь, что они будут распыляться и то делать. Ну фиг его знает, посмотрим, как те не будут. Посмотрим. Я просто думал, что ж они выкатывают-то будут. Годом. Они мобильную версию, придется тогда сидеть, в смысле, опять через эмулятор. Я прям вот ненавижу через эмулятор. Вот что им мешало? Ну, хорошо, вы сделали на мобильный и просто сделать порт на ПК. Как бы, ну, хорошо, за деньги я бы зашел бы, заплатил бы, в смысле, не обломился бы, прошел бы. Ну, типа, почему бы и нет, как говорится. Я думаю, что, в смысле, это как бы вообще не сложно было бы портировать. А выйдет только на Android и на iOS. Ну, я понимаю, что там всякие там внутриигровые, в смысле, эти покупаются, но тем не менее. Это, мне кажется, не так уж много надо задействовать, в смысле, сил для того, чтобы портировать. А может, потом такие решат портировать? А
может быть, не решат. Но они сразу бы написали, что на ПК, допустим, там что-нибудь выйдет позже, смысл, что-нибудь в этом роде. Вот фиг его знает, смысл. Вот это мне, конечно, немножечко коробит. Я бы вот прям на ПК бы посидел бы, с удовольствием бы проходил Ники Дайрис. Потому что там тоже какие-то новые там механики и так далее есть. Смысл, просто через эмулятор меня реально обламывает играть. Я прям помню, когда он только вышел, Ники Дайрис, я его раз запустил, там, в смысле, ну, у меня там, ну, кого-то версия была, извините, там, 0.1 или там 0.01. 0.1, по-моему, была версия, там, соответственно, косяки были. Сейчас возможность запустить, да, будет все нормально, но все равно меня, в принципе, эмуляторы обламывают, там, в смысле, прям поднапрягает через них что-то снимать. Вот, ребят, как-то так. На этом все. Ставь свои лайки, не забывай подписываться на канал, писать свои комментики, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертник. Всем хорошего настроения, ребят, всем удачи, всем пока, давайте увидимся, до связи. Всего хорошего! Давайте, ребят, главное, не болейте.